Всем привет, у нас Deep Town. Серия будет небольшая, я думаю. Просто по определенным причинам более дольше не получится, наверное, записать. Но мы сейчас все посмотрим. У нас получается, для начала скроем два сундучка. Да, если я не помню, я уже не помню, вы представляете, говорил или нет. На канал не забываем подписываться перед началом просмотра. Сейчас с этих сундучков, да, наверное, потише. Самое необходимое — это значки подсчета. Что не говорите. А ускорение всяких моих шахт — очень неплохое дело. Так, а что у нас здесь? Выращиваем сосны, воспользуемся семенами в теплице, чтобы вырастить множество сосен. Это все, конечно, хорошо, но мы сначала отправимся вот сюда, вот на наш астероид, где был астероидный старейшина, и подсоберем ресурсы с шахты. Оставшиеся шахты мы перенесем. Вот блиха муха. Блинна муха называется. Проморгал грядку. Так, здесь мы это оставляем. Все. С этим мы вопрос просто решили. А теперь, да, давайте запустим. Здесь у нас все хорошо. Модуль фауны пока не надо. Нам флора. Запуск. У вас недостаточно ресурсов. Серьезно? Стоп. Ну и почему ресурсов недостаточно? Я что-то не то делаю? Я, наверное, что-то не то делал, друзья. Опачки. Опачки. Сосновое семя. Вода. И сосна. Ой-ой-ой-ой-ой. Я же говорил вам, что серия будет не такой уж длинной. Значит, выращиваем мы сосенку. Вот сюда вот. Это 30 минут. Здесь нам надо минимум 13 для запуска, для улучшения саранит нужен 10 штук. Хорошо, тогда мы просто сбор воды отменим, и пусть у нас он улучшает. Да, условия мне пишется сейчас в полевых условиях, я в машине. На улице минус 10. Ну, с печкой все даже очень неплохо и получается. Вроде как и тепло. Так, значит, с этим пока что нам далеко не уехать. Каучук. Каучук выращивается, все выращивается. Но по большому счету у нас пока что здесь менять и нечего. Графит в большом количестве мы используем. Ага, вот в чем проблемка. Вот что нам нужно, оказывается, изоляционный кабель. Ну, да. Это еще к прошлому видео все относится. Я тут добываю, пусть он добывается. Разница тут сильно нету. Что у нас здесь? Здесь тоже сучки пуки. С астероидом у нас пока все. А мы можем наблюдать 10-й теперь. Зондирование удалось. Этот астероид спрятан от наших сканеров.
Очень странно. Очень странно. Ну, я так понимаю, нам, наверное, дадут тогда распоряжение на него. Сосенки, сосенки, сосенки. Да, ну вот я что-то говорю. Сильно, такая шапочка. Сейчас начинается подписываться.